Хотя еще вчера Луценко активно призывал Батьковщину, Удар и Свободу выбрать из своих лидеров одного, кто бы пошел на выборы. И этим противоречил Юлия Тимошенко. Она настаивает, выдвигать единого кандидата в первом туре не стоит. Каждый должен идти отдельно, а во втором определиться. Нет единой позиции среди представителей оппозиционных партий. Бютовцы настаивают, выдвигать единого кандидата нужно во втором туре. Мол, об этом лидеры Батьковщины, Удара и Свободы договорились еще в августе. Но сейчас в Ударе и не только, говорят, с единым кандидатом нужно определиться уже в первом туре. Одним из ключевых решений при подписании ассоциации, угоды про ассоциацию, есть звильная Юлия Тимошенко, звездница. Она освободится и вместо вас пойдет на выборы. Почему вместо меня? Українські виборці, які опозиційно налаштовані до влади, хотіли би бачити єдиного опозиційного кандидата уже у першому турі. По-перше, це мобілізує ресурси. Якщо вибори будуть двотурові, у першому турі кожна з опозиційних партій має право висунути свого кандидата. Головне завдання опозиції – мати в кінцевому рахунку єдиного кандидата. Я вважаю Віктора Януковича дуже серйозним кандидатом. Перемогти такого кандидата можна тільки об'єднавши зусилля вже в першому турі. Щоб кандидат від опозиції або переміг одразу, або набрав понад 30% голосів.